Человек с великаном. Не бойся. Сначала ему придется сразиться со мной. Все хорошо, малыш. Снова от тебя убежал ягненок, Давид. Элиаф! Ты бы видел! Лев напал на ягненка, а я его победил! Я не хочу слушать твои басни! Тебя зовет отец. Самуил, великий пророк. Я же говорил, что он не тот, кого ты ищешь. Он ребенок. Взгляни на моего старшего, Элиафа. Нет. Господь избрал его. Давид. Ты избран стать царем Израиля. Но этого не может быть. Он же мальчишка. Он же еще просто ребенок. Не может быть, как это возможно? Что в тебе такого особенного? Меня выберут гитаристом в группу «Квантум». Не трать время на прослушивание. Сам по себе-то ты неплохо играешь, «Квантум». Но это совсем не то, что играть перед полным залом. Мистер Джонсон? Первый претендент на место гитариста в школьной группе – Крис Квантум! Давай, Крис, покажи, на что ты способен. Давай, Крис, что ты делаешь? Ты чудесно играешь. Да, но не перед, ну, людьми. Ha 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 ha!
Видеть больше не могу эту гитару. Крис, как хорошо, что ты дома. Крис ушел с прослушивания. А ты обещала никому не говорить. Что? Только Робику. Он же робот, он не считается. У меня есть то, что тебе нужно. Да ладно тебе, Крис. Сейчас Робик починит струну, и ты еще успеешь вернуться на прослушивание. Нет. Забудь об этом. Это ты придумала, чтобы я пошел на прослушивание. И это была плохая идея. Я с музыкой завязал. Ведь ты это не серьезно. Ты просто немного растерялся на сцене, и все. Нет. Тот был прав. Я могу играть сам, но у меня нет необходимых данных для игры в группе и для аудитории. Мне уже плохо от этих полетов. Крис, можно я хоть сразу останусь дома? Я познакомлю вас с великим героем, которого Бог наделил особыми дарами. Раскройте глаза, чтобы увидеть, и уши, чтобы услышать. Супер книга! У нас нет на это времени! Робик, тебе что-то знакомо? Тебя я где-то уже видел. Я зафиксировал странное существо! Опасность! Опасность! Успокойся, Робик. Проведи инфосканирование и скажи нам, где мы и что это за время. Мои геосенсоры определили, что мы в окрестностях Вифлеема. На юго-западе от нас расположены два войска. Мы вернулись приблизительно на 3000 лет назад. Войска? Ого, это круто! Войска — это не круто. А нападающий медведь — это круто? А зачем ему нападать? Ты у него спроси. Медведь! Робик, займи оборонительную позицию! Хочу к маме. Он имел в виду оборону для нас. Вот этим нужно будет и мне такую завести. Моя оборонительная позиция еще работает. Да, а? Робик, ты очень помог. Кто ты? Я Давид. Я Джой. Эй, я Крис. А я хочу есть. А что, я сегодня еще не ел. А, кстати, спасибо, что спас. В будущем держитесь от медведей подальше. А ты куда идешь? Несу еду своим братьям, которые сражаются против филистимлян. Прекрасно! Ребята, давайте посмотрим! Перед кучкой ребят играть на гитаре боится, а на поле боя прямо бежит. Конечно! Почему бы нет? А ты когда-нибудь сражался, как братья? Родные считают, что я для этого слишком мал. Они думают, что я гожусь только пасти овец. Стой, Робик, слушай! Ты должен придумать, как нам попасть домой. Крису нужно вернуться в школу до окончания прослушивания. Джой, мы не можем вернуться, пока нас не отнесет суперкнига. Ну, должен же быть какой-то другой способ. Робик, это очень важно. Что ж, может поэкспериментировать с теорией относительности Эйнштейна? Правда? Если я полечу быстрее скорости света, то смогу попасть в будущее. Oh.
Какой странный у вас друг. О, ты его еще не знаешь. Лагерь израильтян прямо под нами. Он может замаскироваться? Зачем мне маскироваться? Я себе таким нравлюсь. Если ты спустишься в своих доспехах, тебя заставят сражаться. Сражаться? Какой стати я бедный пастушок? Здорово, красавчик. Что это? Слушайте, слушайте меня, израильские муравьи! Пришлите самого сильного воина, и если он выиграет поединок, мы и наши боги подчинимся вам и вашему богу. Не так уж ты и крепок. Я одной рукой с тобой расправлюсь. Ты думал, что бороться нужно будет со мной? Нет, поединок будет с Голиафом. Великаном Голиафом из Гефа. На колени, Бог Израиль! Теперь тебя ничто не спасет! Твой Бог тебе не поможет! Одного человека! А ты что здесь делаешь, братец? Элиаф! Ты нам не поможешь. Иди паси стадо. А? А что я такого сделал? Спросить нельзя. Уходи. Детям здесь не место. Разве войско не знает, зачем оно здесь? Разве не по особой причине? Если никто не выйдет сразиться с великаном, тогда я выйду. Что? Давид, ты не обязан это делать. Я был избран Господом, и мой час настал. Наши войска парализованы. Они высылают сильнейшего воина, и мы должны выслать сильнейшего. Тот, кто выиграет поединок, выиграет войну. Кто желает выступить против великана? Господин мой, один человек желает сразиться с филистимлянским великаном. Да он и сам великан. Над овцами. Это Давид, маленький пастух. Сейчас не время для шуток. Уведите мальчика. Господин! Мне не страшен никакой филистимлянин. Что может сделать ребенок? Чего не сможет сделать ребенок, если с ним сам Господь? Господин, Бог неоднократно избавлял меня от медведей и львов. Он давал мне силу, и я побеждал их. Он даст мне силу победить и филистимлянина. Будешь сражаться один? Нет. Бог будет со мной. Как пожелаешь. Нет. Этот мальчишка? Это же... Да как же так? Хватит. А мы что ж? Будет так, как я скажу. Завтра ты встретишься с Голиафом на поле боя. Давид... Да поможет тебе Бог. Ого, вот это круто! О, ты играешь? Когда ты играл? Почему перестал? Да никому бы моя музыка не понравилась. А для кого ты играешь? Для людей? Лично я играю для того, кто дал мне это умение. Я играю для Бога. Мне бы сейчас мою гитару. Спасибо, Робик.
Костя, классно получилось! Эй, да у тебя талант! У тебя тоже! Раз Бог дал тебе такой дар, Крис, используй его для Божьей славы. Может быть. Давид, почему, вопреки всем, ты так уверен, что победишь Голиафа? В душе я знаю, что со мной Бог. Когда мне нужна будет сила, Он мне ее даст. Это как в музыке. Когда ты применяешь дары, которыми тебя наделил Бог, тебе не страшно играть. Получается, если Бог дает тебе умение, то рост великана или размер аудитории не имеют значения. Думаю, ты понял. Так не пойдет. Они слишком тяжелые для меня. Хорошо. Тогда возьми хотя бы мой щит. Господь будет моим щитом. Нет, он не одинок. Итак, желает ли кто-нибудь сразиться с Голиафом? Считаю до трех. Я буду сражаться! Прошу прощения, ты такой маленький. Ну же, люди! Я просил воина, а вы посылаете мне этого? Ты боишься маленького израильтянина? Ну, хорошо. Голиаф! Завтрак подан! Мой брат идет на верную смерть. Может, мне... в руку мою и отдам тела твоего войска птицам небесным! Мальчишка, да я разрублю тебя на куски, а потом сотру твои кости в порошок! Стой! Я тебя убью! Нет! Это война Господа! Ты меня не убьешь! Ты сейчас умрешь. Ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа. Твой бог слабак. Мой бог не слабак. А? Смотрите! Он победил! Вы видели?
получится, а он победил с Божьей помощью! Крис, мы возвращаемся! Ой, я это ненавижу! Ой! Мы там, где я думаю? Прослушивание закончилось. Получается, если Бог дает тебе умение, то рост великана или размер аудитории не имеет значения. Робик, давай гитару. Сделай их, Крис. Что тебе нужно? Послушайте, у меня порвалась струна, и я немного переволновался, и я хочу сказать, позвольте мне сделать вторую попытку. Ни за что! Давай! Добро пожаловать в группу, сынок. Я тебе служить хочу.